Малыкин Сергей Владимирович, папа Коли Малыкина, который проходил реабилитацию в нашем центре. Наша история началась, когда Коле исполнилось 6 лет, у него обнаружили опухоль головного мозга. В Бурденко нас прооперировали. После первой операции все было замечательно. Спустя 10 лет состояние его ухудшилось, и на МРТ показала опухоль прогрессию. То есть было принято сделать вторую операцию. После второй операции произошел правосторонний паралич конечностей, после чего он проходил несколько реабилитаций. Сейчас прошел у вас реабилитацию. По его состоянию, по нашим наблюдениям, то есть есть прогресс положительный, как с физической стороны, так и с его самостоятельности. Будем надеяться, что еще раз побываем в вашем центре с помощью фонда Хабенского, который нам помог в этом. 3 недели у нас стал таким самостоятельным, что где-то держит что-то в себе, да, то есть что-то умалчивает. По его состоянию, его самочувствию, то есть он, по-моему, доволен всем здесь. То есть ему нравится. То есть быть, ну, наверное, повзрослев, наверное, то есть с помощью тоже и ваших специалистов, покатавшись по Москве, для него это большие достижения. Ну, тогда, когда я находился в Бурденко, и когда после реанимации его привезли, не дай Господь другим родителям пережить такие чувства. Когда увидели результат, что он начал восстанавливаться, да, сейчас только борьба за то, что он восстановился целиком полностью. У нас грандиозные, конечно, поступить в этом году, чтобы он начал учиться. В техникуме, ну, я отучился, чтобы его ждала дальше только белая полоса, без уже осложнений, чтобы он вперед, еще раз вперед.